бабкины семьки представляют. Всем привет! Сегодня мы с моей бабушкой снимаем челлендж, а именно Whisper Challenge. Бабуля, иди сюда. А ж тебе надобно? А, точно, точно, я же флаер тебе обещала снять. Не флаер, а видео. Это разные вещи. Да какая разница? Блогером быть плохо. Сидишь в своем интернете, нифига не знаешь. Вообще тупой стала. Небось, 2+2 сложить не сможешь. Лучше бы математикой занималась, чем снимала свои тупые видеоролики. Даже идей ноль. Вообще обленилась уже. Хоть постыдилась бы такое дерьмо выгружать на канал. Блогер фигов. Пойду чайку заварю. Ладно, забудьте. Всем здравствуйте, с вами Мымра Степановна, а это моя внучка, Ванючка. Бабуль, ты не туда смотришь. А куда надо мне? Вот сюда надо. Ух, сложности-то какие. Здравствуйте. Надевай наушники. А? Что это? Так? Почему я ничего не слышу? Что за музыка? Я что, в раю? Ой, прости, песня не та. Мы. Чего? Мы. Что? Снимай наушники. Ты хоть знаешь, что делать? А что, надо еще и делать что-то? Сейчас объясню. Понятно? Конечно. Нет. Даже Сири согласится, что ты тупее самого плохого переводчика. А Сири? Так я и полагал. Думаю, на этом все. Окей. Что? Ты сказала на этом все? Ну вот я и подумала. Наконец-то она хочет покончить с собой, я так рад. Я совсем другое имела в виду. Ну, ладно. Всем пока. С вами попрощаюсь я, потому что моя внучка все-таки решила покончить с собой. До новых встреч! Стой! Не переключайся! Это не реклама! Быть ковбоем круто!